Ну, всем привет! Сегодня мы с вами будем измерять уровень электромагнитного излучения в автомобиле Honda Fit Shuttle Hybrid 2014 года. И, как вы видите по решетке, это у нас рестайл. Итак, поехали. Так, значит, исследуем мы пассажирское левое переднее место, как вы понимаете. Вот такие у нас показания. Значит, сейчас едем в режиме ассистента. Ассистент работает у нас на полную, правда, в зеленом графике. Если будет трясти, не видно какие-то цифры, это не беда. Прибор будет пищать в случае каких-то превышений норм. Так, едем по-прежнему на ассистенте. Цифры вполне укладывающиеся в самый-самый маленький норматив. Так, разгонимся и рекуперация. Едем в режиме рекуперации. Так, снова разгон, снова ассистент работает. Снова рекуперация. Так, подъезжаем к перекрестку. Сейчас мы встанем. Полная остановка. Работает только бензиновый двигатель. Так, значит, у нас сейчас режим езда на бензине. Сейчас газку поддаем. Едем на EV режиме, то есть электродвигатель только. Так, останавливаемся. Полностью. Стоим на месте. Работает бензин. Растет 15, 16, 17. Теперь предлагаю перенестись в район соседнего пассажира, но с откинутой спинкой. Так, значит, перечисляю режимы. Значит, едем газ в пол с ассистентом. 21. 19, 20. Ассистент по-прежнему работает. Вот сейчас рекуперация. Вниз пополз. Остановка. 18-17. До 16 доходит. Полная остановка. 15-6. Понимаешь? Угу. Режим рекуперации. Двенадцать, 14, 15. Газ в пол, работает ассистент. Рекуперация. Полная остановка. 17, 18, 19, 20. По-прежнему стоим. Ну, туда-сюда, 17-18. Но в быту у нас есть приборы и гораздо опаснее гибридного автомобиля. Вот смотрим. Уровень зеленый. Берем фирменную, брендовую зарядку. Втыкаем. И вот наш уровень пополз. Вот он уже превысил допустимый предел 25 42 45 46 50.
Это всего лишь зарядка. Причем фирменная. Есть. Светильничек из трех фирменных светодиодных ламп Osram по 5 Вт. Давайте включим прибор. И посмотрим. Итак, значение у нас 0,70. То есть это получается у нас выше разрешенной в жилом помещении нормы на 250. Вот видите, уже 80, 85. То есть одна 5-ваттная фирменная светодиодная лампочка гораздо опаснее, чем целый гибридный автомобиль Honda Fit Shuttle.